Новое видео выходит каждый день в 20:00. Да, да и да. Я и сам прекрасно знаю, что данный ролик, мягко говоря, нетипичен для моего канала, ведь тут отнюдь не критика, и тем более не в сампе, и не какого-либо самп-ютубера. Однако, это так или иначе связано с сампом, и с тем, как самперы умело байтят в последнее время на то, чтобы на них подписались. Ой, чуваки, я так хочу добить 10 тысяч подписчиков до лета, ой, чуваки, я так хочу добить 50 тысяч подписчиков до марта и так далее. Я ни в коем случае не выражаю какой-то дизреспект данным людям и так далее. Я просто хочу объяснить свою позицию по данному поводу. Ведь буквально с самого дня создания моего вот этого канала мне практически каждый день пишет иногда один и тот же человек, говорит, мол, Дань, ну, чё ты хуйнёй-то маешься в самом деле? И это прям таки пишет. Говорит, ну... Ты ж можешь байтить людей на то, чтобы они на тебя подписывались. Тем самым количество подписчиков на твоем канале будет увеличиваться, и ты будешь становиться популярнее, а также богаче. У тебя там будут женщины, деньги, машины, женщины. И на что я отвечаю односложно обычно? Нет, байтить я не буду. Потому что, как лично мне кажется, вот эта вот циферка на канале, она абсолютно ни к чему не приводит. И за вот всю свою деятельность на ютубе, это с 2013 до 2019 года и дальше, я думаю, что я не умру, я думаю, что я не перестану этим заниматься на протяжении всей своей жизни. Хотя вот так вот загадывать, это тоже нужно быть дауном. Но мы немного отвлеклись. Так вот, с 2013 года по 2019 год я понял две самые главные вещи. Это то, что чем дольше ты ведешь свой канал, тем больше на нем появляется мертвых подписчиков. Да, это подписчики, но при этом это не подписчики, это просто цифра, которая мертвая лежит на твоем канале. Просто она засчиталась в коде, а тебя не смотрят, ты не интересен. И это самое страшное, что, наверное, может случиться с ютубером по GTA сам, да и вообще с любым ютубером, ведь вы представляете, когда у вас, допустим, 10 миллионов подписчиков, а смотрят вас 30 тысяч человек, это просто пиздец, какое соотношение вообще, блять, это ж... Это не один к 100, хотя, наверное, один к 100, ладно, в общем, это не так уж и важно. И я вот так вот для себя решил, что, ну, это абсолютно не нужно. Понимаете? А вторая вещь это то, что чем больше направлений ты сменил за всю свою карьеру, или ты, допустим, двигаешься в нескольких направлениях одновременно на одном канале, еще больше у тебя мертвых людей. То есть кто-то подписывает с этого видоса, это одна тематика, кто-то с другого, это другая тематика. Кого-то ты вообще забайтил, блять, 100 рублями и так далее. Кому-то ты сказал, чуваки, чуваки, давайте добьем 10 тысяч подписчиков до марта и так далее. Но мне такое, мягко говоря, не нравится, ведь нету ничего хуже, когда у тебя, допустим, 10 тысяч подписчиков, но смотрит тебя 5 тысяч человек. И люди, которые начинают снимать какой-то контент, они думают, мол, о, да я себе сейчас накручу 1000 подписчиков, 2, там, 5, 10 тысяч подписчиков, а дальше все пойдет нормально, дальше будут рекламные контракты и так далее. Нет, чуваки, нет. Понимаете? Рекламодателям нужны реальные цифры, реальные люди, а не вот эти вот ваши мертвые подписчики. Вот эти вот подписчики, это как гарант того, что ролик наберет хоть сколько-то просмотров. И именно поэтому у чуваков со 100 просмотрами не покупают рекламу. Ну и по нескольким еще другим причинам, но это не так уж и важно. Просто, понимаете, счастье не в подписчиках, счастье не в их количестве. Счастье это в количестве активных людей, которые тебя смотрят, смотрят каждый твой ролик, не пропуская ни одного. Если вы являетесь таковым, спасибо вам большое, благодаря вам, да и благодаря своей мотивации, я делаю ролики каждый день в 20:00. Вы понимаете, просто ни один сампер в мире не делает ролики каждый день по одному какому-то нормированному графику. Такого просто невозможно найти, такого не существует. И я не то чтобы этим горжусь, я просто я рад, то что и у меня есть возможность делать ролики каждый день в 20:00, мне это нравится. Мне многие часто спрашивают, Данил, это конечно тема для отдельного ролика, но тут я так вкратце отвечу. Данил, а вот как тебе удается делать ролики каждый день? Где ты берешь силы, где ты берешь мотивации, где ты самое главное берешь идеи? Как не исписаться, когда ты делаешь столько контента каждый день? На что я отвечаю
опять же таки, односложно. Мне просто нравится это делать. Я действительно кайфую от процесса звукозаписи, от процесса монтажа, от процесса, блять, теги ненавижу прописывать, а превью ненавижу делать. Но понимай, для меня такой кайф, когда ты загружаешь ролик на YouTube, и он набирает просмотры, он набирает лайки, он набирает комментарии. Это охуительное чувство. А когда он попадает в рекомендации, блять, ты на седьмом небе от счастья, что твою работу кто-то увидел, твою работу кто-то оценил. Ведь ты же ебучая бездарность. Ты ничего не умеешь делать, кроме того, как снимать бездарнейшие ролики на YouTube. Ты никто, блять, и звать тебе никак, но на YouTube ты нужен со своим говном. Я благодарен YouTube за это. Я благодарен YouTube за то, что я могу сюда выкладывать говно и зарабатывать на этом деньги. Я, блять, я просто не знаю, я... Благодарен всем вам за то, что вы на меня подписываетесь. Спасибо большое. Но, опять же, если вы подписываетесь просто для того, чтобы меня поддержать, не надо, блять, отписывайтесь нахуй. Вы мне тут такие не нужны. Мне нужны люди, которые будут смотреть каждый мой ролик и оставлять либо лайк, либо дизлайк. Смотреть ролик, если не до конца, то хотя бы до середины. Если им интересен он. А если они видят, что вот, ну, на протяжении недели уже выходит какой-то контент, который им не нравится, чтобы они отписывались, понимаете? В этом и профит. Ведь просто я смотрю на Забрандита в последнее время. У человека 8 миллионов подписчиков. Трудно ролик найти, который бы 200 тысяч собрал. Я не представляю, что он чувствует. Он, наверное, уже утратил какую-то мотивацию в просмотрах, мотивацию в подписках и так далее. Он просто штампует ролики, получает за это деньги и все. И просто в самом деле, спасибо вам большое. Опять же, не подписывайтесь вы на мой канал, если вы не будете смотреть каждый ролик. Если вы вот думаете, подпишусь, мне понравился один ролик. Нет. Заходишь на канал, смотришь остальные ролики, и в случае, если тебе эти самые остальные ролики нравятся, ты подписываешься. Если тебе не понравился хотя бы один ролик, не подписываешься вообще, забываешь про мой канал как страшный сон, ставишь на все ролики дизлайк, и все. И больше я тебя никогда не вижу. Плюс ты можешь высказаться в комментарии, так как у меня полная демократия на канале, я считаю, что даже конченый выблядок может высказать свое никчемное мнение, но оно никчемно до того момента, пока он его не высказал. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не подписывайтесь на канал, если вы не готовы смотреть каждый мой ролик, который, хочу вам напомнить, выходит каждый день в 20:00. Всем спасибо, всем пока.